Всем привет! Привет, привет! Как? Отлично. Ноль? Давай, давай тогда. И главное, сюда было в команде. Раньше... Эй! Хорошо. Тренировки тоже здесь. Ни на поле не скидываем, ни в грязное, а вот сюда. На стол. Будьте добры, пожалуйста. Травмы не получили, восстановились. Да? И как на второй день тренируешься? Нормально? Ну как? Вообще? Нагрузка, да? Да. Все не так умеет. Гамшик. А Вячеслав вообще не был, да, здесь? Нет. В этой разделке. Подождите. Ну зачем? Ну, как бы мы тренировали же. Перед Евро. А, да, да. Нет, вопрос был в том, что это, как его. Вопрос был в том, что был ли я в этой разделке. Перед Евро-то, конечно. Просто они ближе находятся и тяжело их вспомнить. Сейчас прям зон. Центр был насыщенный, а края были пустые. Нет, просто за один этап ты считал, ты ни в одном месте перевязку делал. Ну да, да. Серьезно, да? Команде. Еще. Он уже мастерски играет. Ибра. Потом Ибра живого. Ибра, да? Репост сделал? Плагиатил. Повторил за ним. Оригинал. И камеру туда будет. How are they? I'm so good. No, just absolutely. It's okay. Давай, давай, теплее. А? Теплее? Тут вообще солнце нет. Я не помню, когда последний раз увидел солнце. Честно. Все, потренируемся, тогда разомнемся и потом делаем. Трифачок уже замерз. Понятно, что играли. Вчера многие играли. Давай.
первое движение, в чем была твоя ошибка? Первое движение, надо идти к штангам. Пусть ты ближе не будешь, но ты уже закроешь ворота. Ты побежал в ворота, не успел перекрыть, угол был открыт, помнишь? Первое движение. Умничка, вот то, что нужно, вот то, что нужно. Хорош, Матвей. Ребята, не жалейте, забивайте. Лучше здесь. Умница, вставай быстрее. Правильно. Садись, садись. Thank you.